11 сентября прошла 16-я очередная сессия Десногорского городского совета. Среди вопросов повестки дня важной была тема о внесении изменений в устав Десногорска. Данный проект решения был разработан в целях приведения устава муниципального образования города Десногорск Смоленской области в соответствии с действующим федеральным законом от 6 октября 2003 года со номером 131 об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации. Проект нововведений ранее прошел публичные слушания 7 сентября. Он был одобрен большинством голосов. Но споры присутствующих вызвал вопрос корректного наименования Десногорска. Следует ли при написании муниципальное образование город Десногорск использовать заглавную букву «Г» в слове «город»? Областным законом номер 31З от 3 мая 2005 года установлены наименования всех муниципальных образований Смоленской области, включая и органов власти муниципальных образований Смоленской области, включая муниципальное образование города Десногорска. Именно в этом законе областном наименование, точнее слово «город», расположенное в кавычках, пишется с маленькой буквы. Кроме этого, такое наименование зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации. С учетом этого, большинством голосов проект изменений депутатами Десногорского городского совета был утвержден.